Друзья, приветствую! Хочу заснять видео, как мы делаем микродозинг именно в таблетках. Это мы делаем для себя. И такое же, соответственно, мы делаем на продажу. Это вот перемолотый мухомор красный. Взвешиваем по 1 грамму. И прессуется сейчас таким способом. Этот способ муж у меня придумал сам, так как мы мухомор уже употребляем 3 года. И, соответственно, никаких желатиновых капсул мы не приемлем. Вот такой вот процесс изготовления. Такие таблеточки получаются. Соответственно, мы такие же делаем на заказ. Они очень хорошо проглатываются. И с ними хорошо заходить в трип. 10 таблеток выпил. Не заваривать, не перемалывать. Ничего либо дополнительного делать не нужно. Вкус вообще не чувствуется гриба практически. Вот такой процесс. Это просто для ознакомления, чтобы и новенькие, и старенькие, все присутствующие в группе узнали, как мы их изготавливаем. Вот так вот. Всем удачи и любви!